Ну, теперь перейдем часть вторая, непосредственно к вашим комментариям. Будем на них потихонечку отвечать и разъяснять. Хотел еще сказать насчет гарантий. И когда я в процессе своей жизни столкнулся и с целительством, и с народной медициной, и с официальной медициной, то оказалось, что все науки, уж скажем, они как-то по-своему несколько понимают здоровье и лечение болезни. В одних случаях это устранит симптомы, при этом устраняются так симптомы, что дальше вы можете стать инвалидом. Опять-таки с тем же гайморитом. Удалили гланды. По моему собственному согласию, вот я тут болею ангинами, помогите мне. Да сейчас мы поможем, гланды болят, гланды раз. А потом, что у вас получилось с вот этим насморком хроническим, переходящим в гайморит, это уже не интересует, это уже следующий этап лечения. А оказалось, можно было и ангину там легко и просто убрать, если знать причины и следствия. То же самое, удалили мне аппендицит, после этого возник геморрой, 20 лет, представляете, в 20 лет после этого, и он еще продолжался еще лет 20, болями, причем такими хорошими болями, заставляя меня задуматься, а что же делать, кончать жизнь или что-то искать, то есть вот до таких вещей доходило. Итак, важно самому разобраться. Существует здоровый организм, существуют законы его работы. Соблюдайте законы, правила, рекомендации, мы с вами будем оставаться здоровыми. Если мы это ничего не соблюдаем, и нам никто не говорит, а вот следствие сейчас мы там устраним так или так, проколами, промываниями, отрезаниями, заменой суставов, еще там что-то, то в дальнейшем причина-то остается, и что получается с человеком дальше? А дальше получается все хуже и хуже. И вот тут уже помочь себе очень и очень затруднительно. Поэтому критерий вот этой вот всего, что тут имеется в этих медицинах, прост. Здравый рассудок, начинающийся с понимания причин и следствий, и дальше, как с этим надо работать. Все, больше никаких сложностей нету. Комментарии. Елена Пикула. А врачи говорят, что это папилломавирус и нужно с ним бороться. Получается, мы сотрясаем воздух в борьбе с ВПЧ. Не знаю, что такое. Это на видос грибки, которые едят нас. Пожалуйста, знаете, вот попробуйте рекомендацию. Мы все идем сначала к врачам. Попробуйте. Вот так, мол, и так вот. У меня то-то и то-то. Ага, вам там что-то там врач порекомендовал, вы там какие-то лекарства принимали, и делайте вывод, исчез у вас вот этот папилломавирус или еще там что-то, или он остался. И тогда попробуйте другое, где говорят, что это грибки, и вы пробуете, что с вами происходит. Помогает вам это или не помогает? То есть все легко и просто. На видосик мужчина тестостерон, повышает тестостерон. Так вы говорите о потенции, на это действительно жизненная сила влияет.
Но как это касается тестостерона? А касается это очень просто. Оказывается, я даже не буду там проросшей пшеницы говорить, хотя тут видео про этот самый видео про проросшую пшеницу. И из проросшей пшеницы как раз получают витамин Е, который используют для поднятия тестостерона у мужчин. Такие капсулки там продают. По-моему, Вердо, что ли, называют. Вот эти вот капсулки. То есть жирорастворимый витамин, значит, Е идет. Ну, это одно, ладно. Думал вообще я проскочить все ваши комментарии быстро, но вот чувствую, знаете, я когда начинаю что-то делать, мне хочется все более тщательно и тщательно разобраться. В основе всего лежит энергетика. Энергетика, которая и влияет на выработку тестостерона. Уже там замечали, что физические упражнения способствуют, особенно силовые, там, выработке тестостерона. То есть мужчина становится более мужественным. И когда вы получаете вот это вот, вырабатываете энергию, вы ее тратите, а оно потом восстанавливается в большем количестве, нежели вы ее потратили. То есть это все влияет на мощь вашего организма и запускает все процессы, которые в нем имеются, на новый, более высокий уровень. Только для вас, мои уважаемые посетители канала. Мне 68 лет. Я уже так подчеркиваю, 68 лет. И интимная близость у меня с супругой стала все реже, реже и реже, реже, знаете так. Я думаю, ну все. Как говорится, увядание идет своим чередом, ну и идет там. Кстати, от проросшей пшенички, когда поешь, она повышалась довольно-таки значительно. Но я ее перестал особо есть. Лень. В основе всего лежит наша лень. Вот. И тут я занимаюсь гравитационной гимнастикой, где напряжение, напряжение, напряжение. И я чувствую вот эти вот напряжения по мере увеличения весов, то есть роста моей энергетики, я почувствовал, что, слушай, не будем говорить тестостерон, потому что я его не сдавал, а желание близости повышается, повышается и повышается. Учащается, учащается, учащается. Не так, конечно, там, что там каждый день. Но тем не менее, для старикана Цукермана вполне нормально. То есть я почувствовал вот такой вот эффект от занятий вот, вот этими чудовищными напряжениями, которые встряхивают весь организм твой и заставляют твои органы, и в том числе органы внутренней секреции, работать совершенно иначе. В некоторых случаях даже лучше, нежели чем это было в юности и зрелости. Понял, что пшеница дает жизненную силу, потенцию, витамины, но поднимает ли тестостерон? Ну, только что я говорил, что как раз она поднимает тестостерон. Потому что вот этот вот Виардо на основе проросшей пшеницы делается. И, знаете, можно вот много говорить, там теорию разводить, что там то, сё, пятое, десятое. Вы поешьте вот эту буквально такую горсточку проросшей пшеницы, как я там рекомендую. Уже на следующий день ваша потенция совершенно иная. Это удивительно. Поел все. Именно потенция. Далее, например, становится ли слабохарактерный и мягкий более мужественным в своем характере? То есть тестостерон влияет на характер, и при повышенном тестостероне он обретает мужские черты и энергии. Насчет проросшей пшеницы я вам не хочу сказать, что вот влияет на этот самый, на характер
человек, этот самый, значит, поросшая пшеница, но что кто поднимает, то и есть. А вот на характер будет влиять это и делать его более мужественным, это напряжение. Именно напряжение. За счет напряжения вы, можно так сказать, свой организм бодрите, насыщаете энергией. И, естественно, вот эти вот качества мужские, они начинают проявляться все более, более, более. Вот по себе я хочу сказать, что я не хочу сказать, что я стал там более каким-то агрессивным, потому что возраст со своими, так сказать, все-таки понятиями сделал свое дело. А именно, ты смотришь на ситуацию другую. Там, где ты просто бы там лупанул кулаком, здесь ты уже как-то по-другому подходишь. Это вот сейчас, с данного, так сказать, возраста, высоты вот того возраста, который я имею. Так что, несомненно, более сильный, мускулистый человек, у него начинают в его характере доминировать вот такие вот несколько агрессивные, несколько, будем говорить, лидерские качества, которыми надо тоже управлять, чтобы не довести себя до каких-то таких этих. Например, при слове «тестостерон» мужчина может быть неуверенным в себе, боязливым, а при повышенном, наоборот, уверенным и бесстрастным. Но опять-таки, знаете, вот мы с вами сводим это все к тому, что вот имеется гормон тестостерон. Но гормон тестостерон – это следствие вашей мощной энергетики. И, как бы сказать, вот есть и обратная связь, если там человек принимает там тестостерон, как вот качки там спортсмены, он становится вот таким вот агрессивным и так далее. Есть такое. Но лично я убедился, потому что я принимал и тот тестостерон, когда я занимался спортом, допустим, там, грубо говоря, в 20, там, 23, там 25 лет. Я знаю, что это такое. И вот как я сейчас занимаюсь. Это тоже выработка тестостерона, но совсем по-другому. Если вы применяете тестостерон, вот как вот он говорит, а сейчас прими тестостерон, и ты там будешь более мужественный и так далее. Несомненно, несомненно, вы станете несколько более мужественны, несколько там, как бы сказать, лидерские там качества у вас будут так более-менее проявляться. Но при этом выработка вашего собственного тестостерона, который у вас был 100%, сядет настолько, насколько вы принимаете. То есть после того, как вы слазите с курса этого тестостерона, ваша собственная гормональная система находится вот в том упадке, и ей надо время для того, чтобы восстановиться. Вы знаете, я благодаря голоданию вот стер информацию о принимаемых там в юности вот этих вот анаболиках. Все это исчезло. Исчезло все там, и сила, и мышцы, и информация и так далее. То есть я стал такой, каким должен быть. А далее уже все у меня делалось с помощью вот здорового образа жизни плюс питание. Питание проросшей пшеницы. Отличная вещь, кстати, свежевыжатых соков. Вот. Поэтому сводить все на, значит, на то, что вы применяете тестостерон, это не тот путь. Вы вырабатываете тестостерон за счет того, что у вас идет напряжение. Напряжение, мускульное, волевое, мощное напряжение, которое начинает перестраивает ваш организм. Это удивительная вещь. Бесстрашным и так далее, уверенным. Но можно так даже сказать. Здесь в основном лежит даже особенности
характера и особенности мировоззрения. Люди и с малой силой и так далее, они могут быть, иметь сильный характер, правильное мировоззрение, и, знаете, в ситуациях, где, допустим, здоровяки там могут спасовать, они проявляют себя с лучшей стороны. То есть тут еще такая вещь, чтобы мы понимали.